Здорово! Сегодня видео у нас будет немного новой информации по поводу будущего обновления. Итак, погнали! Кстати, у нас появилась реферальная ссылка на официальный магазин Gaijin. Если вы будете что-то покупать по этой ссылке, она есть в описании, то будет скидка в 3%, а также наклеечки нашего канала в подарок. Потасовка «Безумный рывок» врывается в кроссаут. Приготовьтесь сделать резкие сдвиги с помощью двух новых модулей, которые выдадут всем только на время события. Ваши бронемобили станут ловкими бойцами, способными юрко нырнуть в укрытие и молниеносно уклониться от снаряда. Ну, я так понимаю, речь идет о двух турнирных модулях, сдвиг правый и сдвиг левый. На них уже можно было покататься в потасовке «Судная ночь», правда, в потасовке «Безумный рывок», которая у нас будет, я так понимаю, можно будет собрать свой крафтец, когда в потасовке «Судная ночь» были уже предустановленные крафты. Ну и также на этом модуле можно было покататься в турнире. Ну и следующая потасовочка, это по сути весенний замес, только немножко по-другому называется. Враг в отражении. Отличаться будет тем, то, что, ну, во-первых, у нас будут другие крафты, и, во-вторых, у одной команды будут опустошительские машины, у другой машины степных волков. И, я так понимаю, больше отличий нет. Третья потасовка – «Судная ночь». Я думаю, многие помнят, еще с этой потаснёй был ивент «Пас Мистер Твистер». По сути, это режим «Каждый сам себя» на предустановленных крафтах, и у каждого крафта есть своя суперспособность. Там, например, автоматический огнемет, либо же какой-то огромный дрон запал, либо же там машина как-то вверх кидалась, потом разбивалась о землю, там большой урон был. В общем-то, у каждой машины своя ульта, так называемая. Ну, довольно-таки интересно. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас тут с выставкой. Совсем скоро вы сможете делиться своими потасовками, а также оценивать режимы других игроков на специальной выставке. Самые высокооцененные потасовки получат шанс попасть на карту мира игры, где ваши творения сыграют все. Ну, это, конечно, классно, но, по сути, все будут выкладывать уже предустановленные потасовки, только немножко с другими настройками. Хотелось бы иметь полноценный редактор, где бы ты мог сам карты строить из уже существующих объектов, там, их располагать как хочешь, настраивать, куда боты поедут, это было бы прям вообще топово. Но, я так понимаю, это сделать очень проблематично, но если бы это ввели, это было бы очень круто. И не пропустите новое событие с шкалой наград знамения, где вас будут ждать разные полезные награды. Поиски Ллойда продолжаются, а Фокси вместе с выжившими все ближе к разгадке его тайн. На сегодня это все. Ну, как-то так. Пишите в комментарии, как вам будущее обновление. Ну, ведут нам три потасовочки, будут балансные правки, также выставку немножко поменяют. Довольно небольшая обнова. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх, буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!